Привет, друзья! Вы на канале Сервагер, меня зовут Руслан, и в этом видео я расскажу вам о 4 новых модлетах для 20-й альфы, 3 из которых особенно крутые, так как исправляют те моменты в игре, которые многих из вас, я в этом уверен на 100%, откровенно бесят. А возможность создания подобных модлетов стала доступна только после выхода 20-й альфы. Именно в этой версии разработчики интегрировали в игру библиотеку Harmony, которая позволяет модмейкерам гораздо сильнее менять игру, чем это было доступно с помощью XML. Правда, для создания таких модлетов знаний одного XML уже не хватит и придется изучать C#. Одним из недостатков этих модлетов является то, что вы не сможете с ними зайти на сервера, на которых включена защита. И вторым недостатком вполне можно назвать безопасность, так как благодаря этой новой фишке недобросовестные модмейкеры теоретически могут запускать на ваших ПК вредоносный код, но это не точно. Учитывая последнее, ссылки на модлеты, которые попали в этот обзор, будут вести вас на сайт Nexus, так как только там, перед публикацией каждого модлета или его обновления, все файлы проходят обязательную проверку на вирусы. Если вы предпочитаете качать моды на других сайтах, в том числе и на официальном форуме, вам стоит помнить, что там любой автор может разместить абсолютно любую ссылку без какой-либо проверки на вирусы. Выбор за вами. Итак, первый модлет называется Unlock Open Doors, который исправляет самое, наверное, раздражающее дизайнерское решение разработчиков локаций. Наверняка вам доводилось встречать при прохождении локации двери, которые визуально были открыты, но вот закрыть их было нельзя, так как они были просто-напросто заперты в этом открытом состоянии. То же самое касается и квестовых дверей, которые вы сейчас в 20-й альфе открываете разными переключателями или кликая по настенной ключнице. Модификация Unlock Open Doors исправляет это недоразумение и, что называется, отпирает визуально открытые двери, давая возможность игрокам закрывать и открывать их в любой момент, что особенно полезно в борьбе с зомби в тесных помещениях. Этот мод также вполне корректно работает и с модом Undead Legacy. Далее у нас на очереди модлет под названием Enhanced Craft and Repair. Этот модлет делает крафт и ремонт оружия и инструментов в игре в несколько раз удобнее. Во-первых, этот модлет позволяет перемещать элементы в очереди крафта без необходимости отменять крафт. После установки модлета достаточно будет кликнуть правой кнопкой мышки по нужному элементу в очереди крафта, чтобы переместить его в начало очереди. Кроме того, благодаря этому модлету ремонт оружия и инструментов из инвентаря будет иметь приоритет перед другими задачами крафта и всегда будет добавляться в начало очереди. И еще одно удобство, которое подарит игрокам этот модлет. Для того, чтобы отремонтировать оружие или инструмент, находящийся на поясе, вам будет совершенно не обязательно лишний раз открывать инвентарь. Для ремонта достаточно будет просто выбрать нужный предмет на поясе и нажать на колесико мышки. После этого предмет автоматически попадет в начало очереди крафта и после ремонта вернется обратно на пояс. И последний в этом выпуске, наверное, самый логичный модлет, называется Quest Area Timer. Этот модлет делает то, что разработчики, на мой взгляд, должны были бы сделать уже очень давно, но по каким-то причинам или забывают это сделать, или считают, что это игрокам в игре совершенно не нужно. Но перед тем, как я расскажу, что делает этот мод, ответьте мне на один вопрос. Сколько раз вы случайно покидали зону квеста, забыв, к примеру, забрать квестовый ящик для торговца? Или случайно выбегали за эту невидимую линию, спасаясь от зомби? Особенно это, наверное, будет актуально сейчас в случае с квестами на поиск кладов, когда при каждом сужении зоны поиска игра вываливает на игрока небольшую волну врагов, среди которых могут быть и зомби-животные, которые довольно-таки быстрые. И поди сориентируйся в этой ситуации, куда можно отбежать, а где уже запретная зона. Маленький индикатор, который, о боже, как же это удобно, меняет цвет при приближении игрока к границе зоны квеста, лично мне никак не помогает, потому что когда я драпаю от зомби, мне уж точно не до того, чтобы следить за чем-то мелким в уголке экрана.
Что еще больше раздражает, так это то, что у игрока просто нет никаких шансов избежать провала квеста, если он хоть на секундочку вышел за пределы зоны квеста. Так вот, эта модификация при попытке покинуть зону незавершенного квеста выводит на экран текст с таймером обратного отсчета, давая игрокам время вернуться в зону квеста, не провалив его. Время, которое модификация дает игроку на исправление ситуации, составляет 10 секунд, чего вполне достаточно, чтобы вовремя сориентироваться и не провалить квест. К сожалению, этот модлет не совсем корректно работает с модом Undead Legacy. Обратный отсчет тут вроде бы включается, но вот сообщение на экране не появляется. Тем не менее, для ванильной версии игры это будет просто находка. Далее у нас на очереди модификация Vanilla Weapon Sound Expansion. Этот модлет просто заменяет ванильные звуки оружия на более реалистичные и на том как бы и все. Далее просто продемонстрирую, как звучит старый вариант и как новый.
Вот такой вот набор интересных модлетов я подготовил для тебя сегодня. Все ссылки на рассмотренные в этом выпуске модлеты ты найдешь в описании под видео и в закрепленном комментарии. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Благодарю за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось и ты обязательно оставишь под ним знак своего одобрения в виде лайка и комментария. Ну а если еще не подписан, подписывайся на канал, активируй колокольчик со всеми уведомлениями и делись этим видео с друзьями. Отдельно хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал канал на Patreon. Ну а всем остальным просто говорю спасибо за внимание, берегите себя и до встречи на канале Survivor. Пока-пока.